такой вот. Да. Holiday Quest and Unlock it look for it in Bergen Village. Вот. Короче, нужно было черточку ставить. Там, то есть, код очень интересный. Ну и, в общем-то, в Bergen Village. И там вот как раз должно быть все с этим связано. Давайте попытаемся его выполнить. И это будет квест-сюрпризом. Я давно ждал, что я его когда-нибудь выполню на видео. Да. Смотрите, вот такой вот. Кто это у нас такой? Это у нас Сантама! Ого! Что же мне делать? О, привет! Привет. Не жаль. Я так устал. А, я так... Короче. Мне некогда говорить сейчас. Просто нет времени. Так ты здесь стоишь, нифига не делаешь. Что? Ты, наверное, знаешь, что... кто я. Да? Он помесь Санты Клауса и Сайтамы. Нет, не знаю. Стой, что? Правда? Но я, типа, этот... праздничный человек. Дарю подарки и... приношу радость и мир людям. Нет? А, чувак, наверное, ты... просто новенький здесь. Так или иначе, у меня нет времени. Смотри, у меня... мне нужно получить все эти подарки. А, нет, оставить все эти подарки здесь. Определенным игрокам в кроссвордсе. И я должен сделать это сейчас. Мне нужно было начать раньше. Стой. Я знаю. Ты можешь помочь мне? Я обещал... я обещаю тебе... дать что-нибудь тоже. Так. Отдать подарки игрокам в Bergen Village. Трейблейдеру, Хексакасту, Пентафисту, Квадрокарту. Да, спасибо тебе большое. Это делает вещи настолько легче. Хорошо. Давай разделим в работу. Ты найдешь игроков здесь, в Бергене. Также в Берген Трейле, Аутумс Райзе и, наконец-то, в Руки Харборе. Я же, типа это, позабочусь о западе и севере Кроссвордса. Здесь, возьми эти подарки. 16 подарков нужно дать. А, да, насчет игроков. Я на самом деле не знаю, кто они. Это часть секрета Санты. Но каждая зона это всегда трибейды, хексакаст, пентафист и квадрокарт. Ты должен знать... а, ты узнаешь, когда найдешь их. Хорошо. Вернись, как только закончишь, хорошо? Хорошо. Ну, до встречи. На, до встречи. Вот, уже видим одного. В общем, будем геморроиться здесь теперь.
Вот ты. Для меня подарок. Да. Правда. Типа, за что? Или что-то такое. В общем-то, подарки, подарки. Кому подарки? А вот остальных я уже и забыл, где они. Знаю только, что нужно где-то здесь пройти. Так. Стойте, нужно здесь подняться, скорее всего. Тут какие-то странные новые игроки. А, вспомнил где. Ну, в смысле, как? Я смотрел гайд, естественно. Вот. Квадрогард. Йоу! О, случайный подарок. Отлично. Хоть что-то. Где-то здесь должна быть еще одна девочка, да? Вот здесь вот, да. Хексакаст. Подарок? Да. Я принимаю. А где еще? Или теперь что-то изменилось? Может, здесь что-то есть? Кто-то, что-то. Да, это мы проходили. Кстати, мне кажется, или здесь что-то изменилось? Видите, вот эти все штуки появились. Замороженная морковь, еще что-то. Или стойте, нам нужно типа... Привет. Добро пожаловать в Берген Виллидж. В общем-то, я сейчас вернусь. Итак, значит, я понял, где что. Сейчас давайте сюда поднимемся потихонечку. И если что, я буду, короче, смотреть подсказки. Потому что времени у меня на эти все квесты нету. Угу. Здесь у нас, кстати, вот видите, поле такое. И вот мы можем сюда войти и попасть сюда. Кстати, а этого что, не было? Или было-то раньше тоже? Так, нам нужно сюда вот пройти. Пройти вот здесь. И вот. Фух, подарок для меня. Хм. Спасибо, я думаю. Отлично, с одним справились. Теперь в Берген Трейле, потом в других локациях. Значит, тут здесь вот, как вы видите, есть.
И тут нам нужно подняться наверх. А для этого... Как нам подняться вот сюда? А, вот отсюда, наверное, нужно спрыгнуть откуда-то. Да. Бампс, и вот сюда. Где он? О, прости, это для меня. А она думала, что это уже ждет, типа подарок. О, круто. Я не думал, что это произойдет так скоро. Спасибо большое. Лия Санта. Ну и в общем-то посмотрим. Итак, значит, а я не помню, куда нам нужно. Так, нет, ну явно не где-то здесь, а вот нужно в другую локацию бежать. Да, вот в этой локации у нас, где эта штука? Вот здесь, вот видите. Я только не знаю, куда нам бежать, туда или сюда. Наверное, все-таки сюда. Да, я не ошибся, сюда надо было. Девочка, ты типа... взаимодействуешь с твоей, со своей эпической стейрдаун, что-то там. Просто положи подарок здесь. Это не впервые, когда это со мной случается. Это чё, индеец какой-то? Каждый большой праздник кто-то приносит мне подарок. Разные игроки каждый раз. Очень странно. Ну тогда пока. Ух, какой хам. Чё, здесь не будет ничего?
Может быть, здесь что-то есть. Это же Hermit's House. Здесь, по идее, не должно быть подарков этих. Угу, что-то знакомое. Стойте-ка. Там Frozen Cave, да? Или может быть не здесь даже? Чё-то я туплю постоянно. Или может и здесь? Может и не здесь. Вроде не здесь. Тогда давайте вниз сойдем. Может, здесь где-то что-то? Лазерные мосты. Но это как-то вообще уже низко. Может, тут? Во, вот здесь вот что-то есть. Нужно как-то к ним добраться. Вспоминаем, короче, старое. Былое вспоминаем. О, привет. Привет. Это для меня? Вау. Это очень прикольно. Я надеюсь, это что-то хорошее. Фух, и ради этого мы старались. И ради этого мы старались. Теперь мне нужно узнать, где еще один подарок. Сейчас верну. Итак, вот. Нашел еле-еле. Теперь нужно добраться. К счастью, мы здесь открыли вот эти вот штуки все. Теперь можем это сделать. Ну ты и забрался, блин. Хексакаст. Жизнь. Что это значит? Просто бесконечный цикл агонии и боли. Мы пойманы в кошмаре, ожидая финальный зов. Что-то, короче, эмо какой-то. О, подарок? Ты даешь мне это? Что-то вроде того? Я не знаю, что сказать. Спасибо тебе так сильно. Я никогда не получал ничего ни от кого.
Я буду всегда помнить это. Ну, чувак, ну ты ж залез в такое место, где, короче, никто не лазит. Я еле нашел, блин. Ну и давайте, собственно, куда-нибудь в Autumn's Rise теперь, собственно, тут мы будем искать чего-то где-то. Итак, короче, давайте попробуем. Так, значит, где-то здесь нужно вот сюда, потом сюда, здесь нужно убрать. И вот он, первый красавчик. О, привет, привет. Ты хочешь это стать мне? Это очень прикольно. Могу я спросить, почему? Хай-ли-я-хай. Стоп, что? Пожалуйста, скажи мне твой... этот... А! Ну, типа, что твой голос... голосовой модуль сломан. Да. Фух. Нет проблем. Это может случиться. Не мой Санта-Клаус. Так. Я некоторые вещи помню, а некоторые не помню. Так, здесь вроде бы ничего не должно быть. Так ведь... Да, тут ничего нет. Ну ладно, может быть тут будет что-то. Тут вроде бы тоже ничего нет. Может тут вот это уже что-то знакомое, да. Здесь нам нужно подняться наверх. Вот так вот проходим. Нет! Ну как я мог? Я ж уже вроде натренировался. Нет, все равно случается иногда. Потому что спешу. А спешить надо, потому что это последний квест, пожалуй. И нам нужно здесь пройти. Очень секретное место, как говорится. И вот я заметил, тут, короче, эти хексокасты, они всегда в этой, короче, в дерьме там обитают. Хай. Что? Ох, я опять уснул. Прости за то, что, типа, это, разочаровал тебя. Это для меня? Отлично, я люблю подарки. Эти хексокасты, во-первых, хексокаст, вот этот Трони, он, короче, прикольный, он мне нравится. Он постоянно там интересные штуки говорит. Плюс, как бы, хексокаст фиолетовый цвет, мне он нравится тоже. И, как бы, они такие вот, говорят, там, эмосы попадаются с фиолетовым цветом. Ну, в общем, я-то не эмос, но тем не менее. Я не эмос просто потому, что я не быдло. Всякие эмосы готы, они, короче, ну, типа... Субкультура сама по себе, это, в принципе, быдлячество какое-то. Если ты действительно считаешь, что жизнь это боль и все дела и так далее, то, во-первых, типа, почему этим наслаждаться, во-вторых, какого фига из-за этого позёрствовать?
То есть зачем это кому-то показывать и так далее. Это не такая веселая вещь, чтобы о ней постоянно говорить и показывать всем, что ты вот такой вот. Значит, еще вот сюда, по идее, надо, да? К этим. Ой, зачем я это сделал? Ну да ладно. Где-то здесь должно быть все это. Так, так. Я уже, смотрите, как натренировался. Может быть, где-то здесь. Ну, по идее, тут кто-то. Вот, да. На дожде. Это Трибуэйдер, что ли? Девушка Трибуэйдер, странно. Еще один. Дай мне знать, я не твой первый, да? А? Ну тогда. Я не знаю почему, но кто-то просто присылает мне подарки время от времени. Отлично. Я не думаю, что это бесплатные вещи. Поэтому оставляю их, типа, неоткрытыми. Ну и, в общем-то, последнего надо найти. Сейчас вернусь. Итак, вот здесь, значит, давайте-ка попробуем туда добраться. Здесь нужно пропрыгать очень много. И потом руки Харпер. Итак, руки Харпер, руки. Вот раз, два. Ну и вот. А, что такое? Для меня? Хорошо. Прости, я не могу более чувствовать, но я получаю эти вещи слишком часто. Я не понимаю этого. Откуда вы, типа, странник знает, что мне нужно? Я не знаю, почему ты даешь мне это, но тебе нужно остановиться. Да уж. И, собственно, в руки Харпер. Сейчас вернусь. Так, ну из того, что я помню, это два подарка. Давайте сначала без прерываний всяких вот сюда пройдем. Вот и один. Триплейтер. О, подарок для меня. Спасибо. Я не знаю почему, но иногда случайные люди просто дают мне вещи за бесплатно. Я люблю это. Ну блин, мне бы так. Мне никогда ничто не бесплатно не давали. Кроме денег, да.
Блин, я что-то не тем занимаюсь. А, вспомнил, кстати. Кстати, все я помню. Но здесь, правда, другое. Нужно еще кое-куда будет зайти. Так, стойте, помните, здесь у нас было. Мы все помним. Вот сюда. Квадрокарт. О, хей. Опять толстая девочка с рогами. Прости. Я не в настроении для маленького разговора. Мне просто нужно сидеть здесь в одиночестве. Привет. Ты, наверное... У тебя, наверное, есть подарок для меня, да? И он всегда приходит откуда-то в это время этого года. Это всегда очень хорошие подарки, правда. В этот раз просто напоминает мне другого игрока, который больше не играет. Прости. Я просто типа разгружаю свой багаж на тебя. Просто оставь подарок здесь. Спасибо за то, что принесла его. В общем, что-то там у нее любовь, кто-то там ушел игрок от нее. Жесть, короче, какая. Наверное, вот здесь вот где-то. Да, я угадал. Это для меня, так. Я правда люблю все эти подарки. Но мне правда хотелось бы знать, откуда они приходят. Где ты взяла это? Лия, Лия, хай. Хорошо, я не знаю, что ты имеешь в виду. Просто запомни, я типа спросила. Или что-то такое. О, кстати, тут девочка какая-то. Может, это отсылка на что-то? Девочка перед деревом. Стоит себе и все. Так, ну я, пожалуй, вернусь. Итак, продолжаем. В общем-то, мы продолжаем. И тут нам важно... Вот, нет, не сюда. Стой, а где этот магазин? Нет, не этот. Куда мы вообще... Мы не туда зашли вообще, слушайте. Это не те магазины. Так, вот сюда, да. Надо было сразу сюда зайти, короче. Жесть, вы посмотрите. Голограмма. Привет, я сейчас АФК. Я типа приму доставку. Если у тебя есть что-нибудь для меня, просто оставь это здесь. И теперь возвращаемся в Берген.
в Берген Виллэдж. К Сантаме. Сантама, ты где? Сантама. Just for rules. Вот он. Сантама в плаще. О, ты вернулась. У нас есть проблема. Что? Я типа на своем пути. Я шел к своему секретному месту, чтобы взять некоторые подарки. Точнее, остальные подарки. И этот странно выглядящий снеговик просто атаковал меня. Я не смог сделать ничего. Серьезно, ты Сантама, и ты не смог ничего сделать. Я типа хорош в награждении людей предметами. Не в бою. Ты можешь помочь мне. Если мы не победим эту штуку, все подарки могут быть из типа разрушены. Это да? Она не может сказать да. О, хорошо. Хорошо, мой секрет. Склад здесь. Да-да. Мы уже знаем, где. Я опущу стену, поэтому ты сможешь пройти туда. Пожалуйста, сохрани мои подарки. Спаси, точнее. Спасаем подарки Сантамы. Нет, это не Сайтама, это Сантама. Интересно, он левельный? Ты левельный или нет? Ну, мы тут все вместе, кстати, с ним сражаемся. Он довольно легкий, смотрите. Иначе, два. А к чему он резистивный, мне интересно увидеть. Ага, то есть к огню и к этому. Все, так быстро. Ну это такой фановый чувак. О, смотрите, сколько подарков. Круто. Обычный снеговик. Вот такой вот легкий квест, но долгий. И в каком-то смысле он легкий, а в каком-то смысле и нет. И вот он, Сантама. Ты сделала это? Ты победила? Уничтожавшего подарки плута. О, ты сделала? Ха. Какое облегчение. И как мои подарки? Хай, Лия. О, стой, стой. Лия, это не ответ, я понимаю. О, это твое имя? О, нет. Как это грубо с моей стороны спрашивать твое имя. Неудивительно, что ты была такой тихой все это время. Не беспокойся насчет моих подарков. Я типа позабочусь о них. Спасибо большое за помощь мне со всем этим.
И здесь возьми мою шапку как награду. Holiday Head. Во, смотрите, смотрите, что у него. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Кто ж свою эту головку показывает? Девушке-то. Тебе не стыдно? Как тебе не стыдно показывать свою лысину? Лысую голову. Так, надеюсь, она принесет тебе столько же радости, сколько мне. Что-то еще. Не беспокойся. Шапка, типа, новая. Ты же лысый, ты не замерзнешь? Странно выглядит. Я знаю, тебе понравится она. Снова спасибо большое. И давай общаться снова скоро. О, Holiday Head. 2015. Стоп, а это 2015 года, наверное, квест. Собственно, поэтому и 2015 кредитов. Какой-то он старый очень. Да, эта игра, она, короче, аж 2015 года разрабатывается. Есть опыта. И, значит, видите, у нас тут ромбики из-под каблуков вырываются, когда мы бегаем. А нам дали, короче, эту шапку. Holiday Head Skins. Мы так вот одеваем, и Лия становится вот такой вот холидейной. И теперь, когда мы... А, нет, все равно вырывается то же самое. Да, наша шапка. Он теперь лысый. Хей, Лия. Прикольно видеть тебя. Привет. Я хочу сказать, без моей шапки я чувствую себя немного обнаженным. А, да. У меня есть еще один подарок для тебя. Вот здесь. О, вот рождественские ботинки. Дай мне некоторое время подобрать размер. Я серьезно. Так, я хочу воссоединиться с этой своей шапкой, якучей. Так, и Holiday Boots. Step Effects. Вот, смотрите, у нас теперь, когда мы бегаем, вот такие вот дополнительные эффекты идут. Санта Лия, Сантама и другие Санта Прибамбасы. И, в общем-то, на этом все. В общем-то, мы... Стойте. А, так мы все равно не нашли, получается, некоторых сундуков. Это странно. А, видимо, здесь где-то нужно. Это, наверное, надо проходить эти гребаные квесты, короче, да. Нужно проходить квесты, которые нас в особые локации будут кидать. Но там, короче, нужно паркурить, поэтому я, наверное, их не буду проходить. Так что считаем, что с Бергеном мы уже все. Sapphire Ridge 42 из 43. То есть один где-то еще. Ну, возможно, он где-то по сюжетке будет идти. Так что будем считать, что все. Дальше мы пойдем, короче, по сюжетке. И закончим игру в следующих, ближайших сериях. Но перед этим я хочу, естественно, прокачаться. Там на много-много уровней. И поэтому, собственно, я прерываю. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.